икры морских ежей. Полезные вещества, содержащиеся в икре морских ежей, благоприятно воздействуют на нервную систему, нормализуют пищеварительные процессы, а также давление. Рекомендуется употребление икры морских ежей при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, а также диабете. Икра препятствует образованию тромбов в крови, повышает уровень гемоглобина, улучшает работу щитовидной железы, является профилактикой при раковых заболеваниях, лучевой болезни, улучшает работу половой системы. Употребление свежей икры морских ежей, по мнению японцев, омолаживает организм и используется как средство против старения. Икра морских ежей содержит в себе витамины А, В, Е и Д, а также П. И к тому же содержит минеральные вещества – медь, цинк, магний, железо, калий и йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а также омега-6 и полный набор аминокислот.